Проверки соблюдения масочного режима продолжаются. На этот раз под инспекцию попал торгово-развлекательный центр на севере Люберицы. Вместе с главой округа Владимиром Ружицким в рейд отправилась Луиза Гезарян. Пройти мимо, не померив температуру, не получится. У каждого входа посетителей встречает контролер COVID-19. Напоминать о ношении маски практически не приходится. Без средства защиты заходят единицы. Посещаемость торгового центра высокая. Здесь более 100 помещений. Магазины, развлекательные спортивные комплексы, фудкорт и кинотеатр. Средняя проходимость в будни примерно 11 тысяч человек. Праздничные выходные дни эта цифра приближается к 17 тысячам. Вопросам безопасности во время пандемии руководство торгового центра уделяет особое внимание. На каждой площади задействованы сотрудники, где-то 2, где-то 3 человека. Общее количество начисленного штата порядка 500. 10% от общего числа работающих сдают ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию и предоставляют нам отчет. Жизнь по новым, но уже привычным правилам. Обработка контактных поверхностей и дезинфекция помещений проходит каждые 2 часа. Разметка дистанции и наличие санитайзеров здесь на каждом шагу. Все достаточно чистенько, аккуратно, ухожено. И я не встретил ни одного человека без маски. Я же не говорю о персонале, который здесь работает. Наша задача – как-то сохранить себя, здоровье и просто выйти на нормальный уровень жизни. Вот я думаю, что мы где-то на эту тропу уже, по сути, вышли. В городском округе Люберцы более 60 крупных торговых центров. Во время первой волны коронавируса эти объекты были временно закрыты. Сейчас торгово-развлекательные комплексы работают, но посетители должны смириться с особенностями 2020 года. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.